11 августа Нижний Тагил будет отмечать День города. Тагильчан ждут концерты, выставки, театральные представления, состязания, много-много всего. У праздника есть несколько основных площадок. Одна из них – Лисья гора. С 2 часов дня до 6 вечера на Лисьей горе пройдут концерты, мастер-классы по танцам, занятия по йоге, откроются выставки и фотозоны. А вечером красногвардеец организует на Лисьей горе кинопоказ под открытым небом. Он начнется в 6 часов с короткометражек фестиваля уличного кино. Это короткометражные фильмы, они даются, в принципе, бесплатно. Вот, для такого показа тоже бесплатного. В этом году там будет 8 короткометражек. Это все спланировано где-то часа на полтора. Как сказать, ну, фильмы должны быть интересны, потому что коротенькие, где-то есть проблемные, где есть веселые. Позже на Лисьей горе на большом экране покажут советскую классику «Берегись автомобиля» и «Иван Васильевич меняет профессию». С 2 до 5 в театральном сквере Центральная городская библиотека устроит праздник «Киндерград». Тагильчан и гостей города ждет встреча с писателями Верой Мосовой, Анной Матвеевой, Евгением Гаглоевым. Здесь поставим импровизированный читальный зал, здесь будет продажа книг, здесь будет встреча и автограф-сессия. Дальше у нас пойдут разные площадки. Будут площадки там, где дети будут в игровой форме искать информацию, будут площадки с фотозонами, будут площадки с мультяшные, милитилитрямдия. Я долго училась выговаривать, но там будут очень интересные вещи. Там научат делать мультики в стиле 19 века. Это, я думаю, будет очень интересно детям. Будет место, где будет игра по Гарри Поттеру и многое-многое другое. Но будет у нас еще и площадка, где мы будем выдавать награды, кусочек именинного пирога. Это будут сладкие призы детям, которые пройдут площадки, заработают жетоны и поменяют их на кусочек именинного пирога со дня рождения Центральной библиотеки. Рядом в парке за драматическим театром с 3 часов дня и до позднего вечера будут идти спектакли. Сейчас артисты активно готовятся к выступлениям. Обещаться не нужно, мы живем отныне дружно, и сидели мы с девчонкой пополам. На площадке «Театр Град» можно будет увидеть игру актеров драмтеатра и театра кукол. Кроме спектаклей, они порадуют зрителей лучшими танцевальными номерами из всех сказок, песнями и другими развлечениями. Кроме этого, ждут мастер-классы от наших декораторов, бутафоров и, конечно же, швейного цеха. Почему говорю «конечно»? Потому что они пользовались большой популярностью в прошлом году, надеюсь, что и в этом году. И затем будет просто очень много интересного, веселого, викторины, загадки и так далее. Все начнется в 15:00, 11 числа, а там посмотрим, может, до салюта. Вот как пойдет, как понравится. На Тагильском пруду пройдет Кубок города по парусному спорту. В парке Бондина прогремят концерты. Помериться силами можно будет на турнире по силовому спорту. У входа в парк состоится патриотическая акция «Военная служба по контракту. Твой выбор». На набережной откроется ярмарка и фестиваль хоров. Музыка будет весь день играть на площадке за современником. Кульминацией праздника станет концерт приглашенных звезд. В 10 вечера на сцену за современником выйдут Влад Соколовский и Рита Дакота. В полночь небо озарит праздничный салют. После до 3 часов ночи тагильчан будут развозить по городу трамваи. Остается надеяться, что в День города погода не подведет.